Пора прикончить это чудище.
Чем могу помочь? Лишним не будет. Теперь ты явно сильнее. Наверняка пригодится. Наверняка пригодится. Смотреться будет здорово. Надеюсь, скоро вернешься. Если что, приноси еще. Еще увидимся.
Ведите людей к воротам Тамворта, и пусть Бургрен рыдает при виде нас, при виде того, что ждет его королевство. Эйвор, наточен ли твой топор? Я готов к треску копий. И к стуку щитов, точно! Я очень рад, что ты с нами. Это честь сражаться бок о бок с вами. Я столько слышал о ваших походах, и вот я в одном из них. Мы сплетем наши саги воедино, нить к нити. Вперед, мальчик. В пламени горной войны мы выкуем из тебя мужчину. Быть мужчиной можно и по-другому. Давай, давай. Тише, Ивар. Дождись битвы. Да, паренек совершенно не готов к бою. Этот паренек сын Кёльвульфа. Почему он не в своих покоях? Король хочет закалить сына в битве. Так пусть покажет, что он может. Мертвец плохой наследник, Ивар. Он меч-то в руках держал. Я учился драться. Просто не хочу никого убивать. Там мои друзья, мои товарищи. Тише, сын короля. Они тебе не друзья. За это скажи спасибо отцу. Ивар! Он пойдет с нами. А если с пареньком что-то случится, я приму кару нашего будущего короля. Он запросит твою голову. Ха-ха-ха, слышал, мальчик? Умрешь, и придется убить и твоего отца. Седло, Эйвор. До Тамворта путь не близкий. Придется терпеть моего братца. Он всегда найдет, за чей счет развлечься. Буду иметь в виду. Держи ухо востро. Слышишь, Келберт? Они нам завидуют. Все из-за нашей с тобой дружбы. Что вообще сын Кёльвульфа делает в Рептоне? Это свидетельство верности Кёльвульфа. К тому же за крепкими щитами данов сын предателя в безопасность. От кого? Похоже, вы с Ивором разграбили весь Шир. Нет, Фирк — простые люди, за нас. Но все равно в Мерсии повсюду войны Бургрида. Они ему верны и умрут, защищая его. Твоя речь, Эйвор. Ты говоришь не так, как братья. Хороший слух. Большинство здесь не слышит разницы. Не все даны — это даны. Могу ли я спросить, откуда ты? Из Форнбурга в Норвегии. К северу от земель данов. Не знал, что есть земли севернее их. Что там за люди? Видел когда-нибудь стадо овец, прыгающих друг за другом с обрыва? Вот такие. По крайней мере, те, кто остался. Я и сам не сказал бы лучше. Значит, люди бегут из Норвегии? Да. Теперь Норвегией правит молодой король. Харальд, этот юноша умен не по годам. Ты не злишься, что из-за него тебе пришлось уплыть оттуда? Я злился какое-то время. Но несколько недель в море смягчили мой гнев. Я понял, что уважаю короля Харальда. Силой слов и оружия. Он принес мир в земли, что я зову своим домом. Впервые на памяти любого из людей или скальдов. У Норвегии один король. Один! Это подвиг. Согласен, это достижение. Англия в два раза меньше Норвегии. И тут четыре короля. Видишь? Кого это не впечатлит? Эд, Харальд хороший человек и правитель. Теперь мне это ясно. Я младше его всего на 6 лет. И до сих пор не был в бою. Наверное, он очень умелый воин. Твоя первая битва уже скоро, Келберт. Так что ты тоже станешь опытнее.
Не уверен, что я этого хочу. По правде сказать, Келберт, больше всего я злюсь на своего отца. Не на короля Харальда. Отец отдал Харальду то, что по праву принадлежало мне. Так легко, словно подарил бочонок меда к пиру. Он не просто обманул. Он предал мое доверие. Мне до сих пор больно от этого. Проклятие, семья или благо, она важнее всего. Красиво. Не будь ты Этлингом, я бы нанял тебя как Скальда. Скальд? Почти как Бард. Так у нас называют поэтов. Ты об этом? Все верно. Как интересно. Наши и ваши слова так гармонично сочетаются. Будто бы мы братья, разделенные океанами воды и времени. Ха-ха! А мне нравится эта мысль. Удивительная тут ста... Мерзкие язычники, хищные грязные твари, заполонившие святую землю. Берегись, мой лорд. Мерзких язычников больше. Я и сам вижу. Что нам с ними делать? Советую выслушать их требования, мой лорд. Битву мы проиграем. Это ты, Леофрид? Быстро поправился. Начинаю задумываться, кто ты на самом деле? Человек или бог? Перед тобой слуга Божий, Ивар. Гордый и решительный. Это Тен Бургреда. Он убил дюжину наших воинов в битве на реке Трент, когда его остановил топор Ивара. Который я метнул с 30 ярдов. Хватит пустой болтовни! Что вам нужно? Всего лишь твоя корона. Можно вместе с твоей головой. Ха! Я восхищен твоей наглостью. Но ты просишь невозможного. Ни один Дан никогда не займет священный трон Мерсии. Не беспокойся, у нас и мерсиец найдется. Ты о Кёлвульфе? Когда покончу с вами, прикажу казнить этого глупца за измену. Мой король, нам стоит отвечать более сдержанно. Я устал от этой болтовни. Вы топчете наши поля, наши святыни. Мы дали вам серебро, дали вам хлеб. И несмотря на это... Вы продолжаете посягать на мои земли. Хватит. Пусть нас ждет смерть, но мы будем защищать свое по праву. Хочешь получить мою корону, Уба Рагнарсон? Придется сначала меня убить. На стены!
Назад в лагерь! Готовьте людей! Сегодня мы возьмем Тамбард! Эйвор, скажи всем, мы готовы выступать! Ивар и я соберем воинов! Ты умеешь обращаться с тараном? Видел его в деле. Будешь управляться с нашим. Ты силен и ловок. Я там буду. Как и я. Хочешь сыграть в лобби? Кто ты? Я от Рагнарсонов. Пришло время пустить в ход таран. Что ж, Бургрид хотел боя, он его и получит. Выступаем сейчас? Вперед! Захватим это королевство! Так, а что мы будем делать с ним? Келберт, что с тобой? Эти люди, Эйвор. Я делил с ними хлеб. Совсем недавно Леофрид учил меня обращаться с мечом. Он мой друг. Дружба не вечна. Ее конец острее копья. Я так не могу. Тем более с Леофридом. Он лишь выполняет приказы. Пойдем к крепости, спрячься где-нибудь в пустой палатке. Не думай, что я трус. Я не боюсь битвы. Я лишь не хочу убивать друзей. Выхода нет. Дерись или прячься. Выбирай. Сломать ворота! Убивайте всех! Но король мой! А? Вперед! За Одина! Вперед! Ну же, вперед! Белые! Щиты! Сожгите все дома! Лишите их укрытий!
нужно уничтожить преграду! Thank you.
хорошо! Все кончено, Бургрид. Сложите оружие и сдайтесь. Возьми троих и обыщи двор. Осмотритесь. Может, что-то найдем. Пошлю за Кёлвульфом. Пусть знает, что трон наш. А, славная битва, да? Но одного Эделинга не хватает. Где сын нашего короля? Калберт был здесь. Может, ты его не заметил? Эйвор, лжешь ты так же, как дерешься. Отчаянно. Здесь перечень выплат. Бургрид вел учет трат. И какой-то знак. Может, это символ клана? Нужно показать братьям. Ивар, я нашел письмо. И в нем какой-то знак. Твои люди что-то нашли? Нет. А ты? Вот. Знаешь, что это за знак?
Печать Тонны. Похоже, мерзавка вела дела и с Боргридом. Наемница, что надерзила тебе в Рептоне? Так она служит и нам, и Боргриду. Она могла выдать ему все. Все тайны. Обо мне, Рептоне. Наших планах. К чему вся эта чушь? Прикажи выковать себе новую корону, нацепи ее на голову, и сразу станешь королем. Не получится. Точно не в Мерсии. Мы лишь тратим время. Нам нужно найти Тонну. И узнать, что ей известно. Я скорее воткну топор себе в глотку, чем заговорю с ней. Может, так ты ей больше понравишься. Эйвор, отец у нас с ним один, но его мать — свинья. Встретимся у лагеря Тонны. И запасись терпением. И топор возьми. Эйвор, нужно поговорить. Иди, я скоро. Я отправлюсь к братьям, Эйвор. Встретимся у Тонны. Сын рассказал мне, что Ивар подстрекал его участвовать в битве, пока не вмешался ты. Иначе сейчас ты скорбел бы по сыну. Он не боец. Но должен им стать. В учении или в битве. Он и станет. Только держи его подальше от Ивара. Такой учитель ему не нужен. Thank you.
Покажешь, как ты играешь в Орла? Это не кончится. Только не теряй головы. Спокойно. Я и Эйвор займемся этим. Сигурд, что-то не так? Мы поговорим с Тонной. Сами. Эйвор и Убба подождут здесь. Пусть она думает, что мы пришли вдвоем. Вряд ли мы можем убедить Эйвора не убивать ее. Всю дорогу сюда. Он только об этом и говорил. Ясно. Идем?
Мы скоро вернемся. Кто отправит Тону в Хель, того озолочу. Я не забуду. В Рептоне я слышал, что братья заключили с Тоной соглашение. Что изменилось? Она наемница. Оба получали от нее людей и сведения. Но теперь они не в ладах. Бургред почти побежден. Говорят, что Тонне милы лишь серебро и любовные утехи. А верности от нее не добиться. Что толку в той, кому нельзя верить? Это мы и узнаем. Попробуем найти общий язык. А если нет? Ивар говорил тебе взять топор. А вот и вы. Я вас ждала. Если ты ей понравишься, ним. Сигурд, что привело тебя в мой лагерь в такой холод? Думаю, ты уже знаешь. Да. Ветер принес запах пепла. Но раз вы говорите со мной, король Бургред еще на свободе. А ты кто такой, голубь мой? Хочешь сесть ко мне на колени? Пожалуй, нет. Почему же? Говорят, у меня золотой язык. Пока ты им только треплешь. Хватит болтать. Ты знаешь, зачем мы здесь. Вы хотите знать, где король Бургред? И почему вам кажется, что мне это известно? Мы нашли письма и расписки. Ты заключала с ним сделки. Что тут скрывать? Король хорошо мне платит. Чего точно не скажешь об этих болванах Рагнарсонах. С тобой говорю я. Мне нужны сведения. Что хочешь взамен? Хорошо. Мне нужна новая корова. Заплати за нее. Я похож на дурака? У тебя нет иного выбора. Я чую запах безысходности. Итак, заплатишь? Ты меня слышала. Я и так смогу получить то, что мне нужно. О, нет. Возможность упущена. Покажете здесь еще раз, живыми вам отсюда не уйти. Учтите. Не такого исхода я ожидал. Надеюсь, у тебя есть другой план? Тонна не доверяет тем, с кем заключает сделки. И ведет записи, как Бургред. Они наверняка где-то здесь. Попробую их отыскать. Я вернусь к братьям. Назад! Вот это интересно. Бургред заплатил Тоне, чтобы она помешала Рагнарсонам попасть в два места. Там его убежище? Он может быть в любом из них. Тебя сгубила жадность, Тона. Ладно, теперь к братьям. Удалось что-то узнать. Ледочестер и замок Темплбора. Что вы о них знаете?
Ледочестер чуть больше деревни, а Темплбора — древний замок, не более того. Возможно, Бургрет в каком-то из этих мест. Проверим оба. И быстро. А что нам делать с Тонной? Бьюсь об заклад, что она уже пишет Бургреду о нас и просит серебра за это письмо. Я о ней позабочусь. Нам нужно спешить, Дренгер. Я захвачу крепость в Темплборо. Я пойду с тобой, Сигурд. Значит, я отправлюсь в Ледочестер, в гордом одиночестве. Прихвати друга, брат. Может быть, Эйвор рискнет им стать. Выдвигайтесь. Скоро я отправлюсь следом.